Всем. Думаю, что наш круглый стол будет всего интересен для представителей рекламного бизнеса и клиентов. Круглый стол он называется, потому что мы бы все-таки хотели какого-то взаимодействия с залом, поэтому будем благодарны, если после каждого из смысловых блоков нашего мероприятия поступят реплики, вопросы, и мы сможем в живом формате обсудить что-либо. Так, я тогда, с вашего позволения, представлю гостей, значит, ну, участников круглого стола, да? Друзья. Максим Гаев, основатель, совладелец World Group Studio. Юрий Бабич, креативный директор агентства Soho. Анна Николаева, директор по работе с клиентами агентства TCG. А также представитель клиентской стороны Александр Жиляев, он руководитель отдела диджитал-маркетинга Комфи. Еще один представитель клиента, который должен был в первом блоке участвовать, представитель страховой компании «Княжа», по техническим причинам не смог к нам присоединиться, но тем не менее мы начнем говорить о тендерах. Здесь с со-докладчиками выступаем я с Максимом. Итак, значит, первый блок у нас называется «Выбор диджитал-партнера и тендеры». Довольно животрепещущая тема, для, прежде всего, и для агентств, и для клиентов. Как вы знаете, комитет диджитал-агентств Украины, который называется ОДАК, сокращенно, в прошлом году выпустил свод рекомендаций по проведению тендеров, и мы уже на нескольких мероприятиях их тезисно излагаем, дабы рассказать как можно более широкому кругу общественности и заинтересованных лиц, какие же принципы мы хотим, какие принципы мы пропагандируем и по каким принципам предлагаем играть с клиентами. Да? Если там тезисно, да, то прежде всего мы говорим о круге участников, да, то есть мы крайне рекомендуем, чтобы количество агентств, принимающих участие в тендере, ограничивалось там 3-4 агентствами. В отдельных случаях это может быть 5, когда приглашается 4 участника, допустим, и одно действующее агентство, с которым работает клиент. По этому поводу возникают жаркие дискуссии с теми или иными клиентами, которые говорят, ну почему же мы должны себя ограничивать в желании пригласить как можно большее количество участников, почему не 10? На этот счет мы говорим о том, что ну, и Максим Романович Лазебник, руководитель ВРК, исполнительный директор, нас поддержал, он говорит, что это нормальная сложившаяся европейская практика, а желание пригласить 10 агентств никто не отменял, но просто это делается немного в другой способ. Речь идет о так называемом преселекшене, когда представитель клиента или в виде работника профильного департамента либо прокьюрмента запрашивает у тех или иных игроков рынка их credentials, иногда может пригласить на встречу всех или тех, кому нравится, кому есть вопросы. Да? И таким образом и формируется список участников будущего тендера. Второй аспект, который мы активно пропагандируем, это то, что должны быть измеряемые результаты тендера. Да? То есть задача должна быть поставлена правильно в виде брифа. В брифе должны быть, конечно же, указаны определенные KPIs, потому что до сих пор не редкий случай, когда сравнивается цена, допустим, у одного участника и красивый дизайн у другого, или там хорошая презентация. Ну, то есть полностью несравнимые вещи. Третий аспект – это то, что мы всегда настаиваем на открытом
дебрифинги, да, то есть, опять же, дебрифинг может быть для всех агентств одномоментный, либо с каждым по очереди, но возможность провести дебрифинг очень важна, потому что понятно, что бриф выдается один и тот же, но по ходу дела одним агентством выдаются одни ответы на их вопросы, другим другие, и по факту приходится слышать по результатам тендера, что, вы знаете, ну, нам очень сложно сравнивать, и это является результатом отсутствия возможности провести дебрифинг в самом начале. Вот. И, кстати сказать, мы не получаем вразумительного ответа, почему нельзя провести дебрифинг. Ну, у нас такая корпоративная политика. Довольно странно, если клиент должен быть заинтересован в как можно лучшем результате закупки тех или иных услуг. Согласитесь. Ну и сроки, да, то есть часто все делается на вчера. Мы всегда настаиваем на том, что это должны быть полноценные 2 недели, если мы говорим о большом полноценном тендере на какую-то большую активность, либо вообще на годовую программу или проект. Вот. И то же самое касается срока, который клиент себе обычно отводит на рассмотрение. Вот недавно у нас был даже на уровне уже шутки, один крупный спортивный ритейлер нам прислал результаты тендера почти год спустя после старта, ну, до проведения его, да. Тендер был медийный, и, ну, я думаю, медийные агентства прекрасно понимают, что такое гласит результаты через год, да, инфляции, наценки, сезонность и так далее, и так далее. Вот. Ну, вкратце у меня все, может быть, Максим, ты хочешь что-то добавить? Да? Ну, Максим предлагает перейти к ценообразованию. Я про тендеры более-менее рассказал, может быть, коллеги на соседнем диване хотят что-то добавить, нет? Презентацию собирали все мы, поэтому ты в курсе. Ага, окей. Хорошо. Ну, если тогда из зала не будет каких-то реплик или вопросов, то... Да, да, я правильно, Максим мне подсказывает, что на сайте УДК, который, кстати сказать, вот совсем будет новый, уже совсем скоро, да, там есть ссылка на те рекомендации, о которых мы сейчас говорили коротко, да, там небольшой по объему документ, он, опять же, сделан в русле тех рекомендаций более объемлющих, которые выдала чуть позднее после нас всеукраинская рекламная коалиция, но мы сверили часы и поняли, что мы абсолютно пребываем в русле. Теперь я даю слово Максиму, который расскажет еще про ценообразование. Коллеги, добрый день. Еще раз спасибо всем участникам и организаторам. В это непростое время собраться всем вместе, посмотреть друг другу в глаза – это большой, большой праздник и большое счастье. Много людей, которых я рад видеть, много людей, которые рады меня видеть. Есть и люди, которые сегодня, которых я вижу впервые, много новых молодых лиц – это прекрасно. Что касается ценообразования, позиция у нас достаточно простая. Есть скоп работ, есть описание проекта и рейты. С этим более или менее всем все понятно. Вопрос сейчас, мне бы хотелось вернуть такую тему, как переработка, изменение брифа и модели поведения агентства клиент в этой ситуации. На самом деле мы все прекрасно понимаем, что бриф это отправная точка альфа и омега, но мы уже в свете последних событий 3-месячной давности или недавности, а сегодняшности, мы обратили внимание, что брифы очень быстро теряют свою ценность. К сожалению, долгосрочное планирование в сегодняшних условиях – это практически неделя. И неделю назад у нас случился Крым, 2 дня назад у нас произошел Славянск, сегодня происходят события в Одессе. Соответственно, бизнес неотделим от политической ситуации и, наверное, его как бы там квинтэссенция. Поэтому очень большая проблема с изменением задач. Она была в мирное время и сейчас как никогда более актуальна. Поэтому наша рекомендация возвращаться к брифу и чаще общаться с клиентом, уточнять задачи, согласовывать реперные точки максимально близко по времени, переходя из одного этапа в другой. Это экономит время клиента, это экономит ресурсы агентства, это позволяет добиться результата, который выгоден бизнес-партнерам.
Что делать в условиях фиксированных костов и годовых контрактов? Что делать в условиях инфляции? Мы на сегодняшний день видим, что, к сожалению, ситуация развивается, ну, не так стало, как ожидалось. Мы иногда бывают ситуации, когда у нас в контракте оплата третьих сторон и есть валютные обязательства. Я дам по этому вопросу Ане слово. У нее есть готовая модель рабочая, которая сейчас используется. Я хотел бы, чтобы она поделилась своим видением. Пожалуйста. Добрый вечер. Мы, собственно говоря, в нашем агентстве для наших клиентов предлагаем три модели. То есть это все они три рабочие, все они имеют свои достоинства и недостатки. Но нам бы хотелось просто акцентировать внимание. Да? То есть когда мы покупаем контекстную рекламу и платим в евро, когда мы покупаем рекламу контекстную в социальных сетях и платим в долларах, все понимают, что происходит с валютой, все понимают, что мы украинские компании, все понимают, что мы привязаны к курсу гривны, но никто не хочет, так сказать, терпеть убытки. Поэтому здесь надо понимать первая схема, которую можно предложить. Все знают, опять же, что контекстная реклама – это безусловная предоплата. То есть когда вы должны положить деньги на депозит, и только после этого, получается, вы можете пользоваться и запускать эту рекламу. Если мы подписываем контракт, как вы знаете, у нас есть компании, которые там умудряются подписать контракты 90 дней постоплаты, после того, как прошла кампания. Но это совершенно на данном этапе получается неприемлемая история. Мы понимаем, что мы, опять же, есть украинское законодательство и гривны, но все понимают, что там на какой-то момент, когда мы купили эту компанию по курсу 12, а нам потом заплатили по курсу 12, а, собственно говоря, в долларах мы потратили уже 16, то есть это невозможно. Соответственно, нам приходится возвращаться к такому очень старой, там, я не знаю, там, древние десятилетней давности модели, когда мы фиксируем это все в условных единицах и пересчитываем курс на какие-то условные единицы. Это самая простая схема, которую мы можем предложить. Какая-то схема, ну, еще более простая. Мы все-таки просим и делим наши счета на две составляющие. Первая составляющая – это услуги агентства, другая составляющая – это оплата непосредственно долларовым и валютным подрядчикам. И по этим составляющим мы просим предоплату. Это, наверное, опять же, ну, в рамках нашего законодательства, в рамках гривны, это самое простое, что могут предложить агентства, не нарушая ничего, не нарушая никаких корпоративных обязательств. Даже там, если агентство там, либо клиент решит приостановить компанию или решит там, как-то видоизменить услуги или что-то еще, эти деньги останутся на его кубовом депозите, он сможет их потратить через месяц, через два, через три. То есть эти деньги не пропадают, и акты выполненных работ не закрываются до тех пор, пока компания не будет выполнена. И опять же, агентство не получает своего вознаграждения в гривнах до тех пор, пока оно не выполнит все работы, поэтому там, с бухгалтерской точки зрения, этот вопрос тоже закрыт. И третье, то, что мы предлагаем сейчас для клиентов, для которых по каким-то корпоративным требованиям неприемлема предоплата ни при каких обстоятельствах, фиксировать в долларах они тоже не могут ничего ни при каких обстоятельствах, мы можем говорить о том, что есть банки-партнеры, которые готовы кредитовать. То есть мы берем, покупаем валюту, кладем на долларовый депозит и насчитываем просто процент, грубо говоря, исключительно в гривнах, и банку мы тоже отдаем в гривнах. Это третий вариант, который мы предлагаем как схему работы. Ну, то есть мы хотим сакцентировать на этом, ну, на этой проблеме внимание клиентов, мы хотим четко донести, что мы все партнеры, и мы бы не хотели, мы знаем, что там несут и клиенты тоже свои убытки и потери, но мы знаем, что все торговцы, которые там торгуют импортным товаром, они пересчитывают свои прайс-листы, точно так же индексируют и поступают со своими там ритейлерами, тоже все индексируют. Мы точно так же, мы не поднимаем пока на наши услуги прайсы, мы их фиксируем в гривнах, но мы четко хотим донести, что там, где мы платим доллары, и с этим ничего не поделаешь. Спасибо, Аня. Ну, собственно говоря, что касается вопроса ценообразования, проблема и тематика достаточно долгая, но не очень интересная. Тем не менее, мы на ней делаем акцент, потому что сегодня, к сожалению, каждый из нас привязан к текущей ситуации в стране. И мы находимся в одной лодке, наша задача работать, выдавать больше, работать эффективнее и отстаивать независимость Украины. Спасибо.
Второй смысловой блок, который мы назвали Creative versus Execution, спикером в нем является Юрий Бабич, ему и слово. Добрый день. На самом деле, теперь перейдем от умных к красивым. На самом деле, есть так исторически сложилось, что диджитал принес в себя все проблемы рынка веба, и поэтому зачастую все, что не происходит в Украине с точки зрения продакшена, является некой копиркой того, что где-либо, кто-либо, когда-либо уже видел или пробовал. И зачастую мы сталкиваемся с ситуацией, когда клиент, ну, по большому счету, не доверяет, потому что, понятно, все прожили рынок веба, и там был большой процент недоверия. Почему же все-таки имеет смысл доверять, следовать рекомендациям агентств? Ну, во-первых, важным моментом является то, что агентствам это нужно больше, чем клиенту. По одной простой причине, потому что агентства выступают в различных фестивалях, они хотят наград и так далее. Если клиенту нужна эффективность, то агентству нужен крутой экзекьюшн. А во-вторых, важно понимать, что все агентства, ну, я за всех не буду говорить, но мы, в частности, следим очень сильно за тем, что происходит с точки зрения технологий, за тем, что происходит с точки зрения новых медиа, ну и вообще, в принципе, за трендами. И стараемся всегда продвигать именно полезные, новые, удобные штуки. Ну и в-третьих, почему все-таки следует доверять рекомендациям, потому что агентства между собой достаточно плотно общаются, если вы не знаете. И всегда, в принципе, есть такая практика, когда некоторые агентства помогают, одно агентство помогает другому в тех либо иных ситуациях. И нет ни одного агентства, которое было бы сильно во всем. Да, и нужно понимать, что есть агентства, которые сильны в продакшене веба, есть агентства, которые сильны в продакшене видеоконтента. Есть агентства, которые сильны в продакшене мобильных приложений. И зачастую именно подобная кооперация помогает и агентству, и клиенту сделать действительно хороший, достойный и, что самое важное, в нынешнее время недорогой, эффективный продукт. С удовольствием отвечу на вопросы, если есть. А далее, о чем мы хотели поговорить, это Creative plus Execution. Нас должно было быть двое, но диджитал рынок такой диджитал, что я здесь оказался один. У меня все слайды перепутались. Далее. К сожалению, так часто складывается, что в ходе разработки проекта с момента получения тендерного задания и первого брифа до момента запуска проекта и даже после, ну, грубо говоря, мы получаем два разных продукта, как говорят в Одессе, две большие разницы. И это такая достаточно серьезная проблема в плане того, что по ходу разработки проекта продукт мутирует. И изначальная идея в процессе теряется, кто-то теряет нить креатива, рассуждения, кто-то теряет идею. И в конце концов, к сожалению, мы приходим к тому, что проект либо обрастает большим функционалом, либо же, наоборот, становится, ну, мягко говоря, некреативным, да, потому что кто-то чего-то не понял, давайте уберем, давайте упростим, давайте уберем лишние пункты меню, либо, наоборот, давайте добавим еще 10 новых, потому что, ну, вдруг кто-то из решетиловки не поймет наши правила участия или не найдет, где находятся призы. Вот. Наша рекомендация, опять же, здесь полностью постараться довериться агентству, потому что вы, как клиент, у агентства не первый, как это не смешно звучит. Ну и агентство, естественно, точно так же, как и клиент, заинтересованы в эффективном
продукте, потому что, ну, опять же, возвращаясь к тому немного ранее, для агентства продукт — это некая следующая ступенька, становясь на которую агентство получает новый продукт, нового клиента, новые бюджеты и так далее. Соответственно, если ступенька идет вверх, то агентство растет. Если ступенька идет вниз, все, в общем, не очень празднично. Поэтому зачастую мы... У вас там микрофон есть свой. Я могу добавить пару слов, можно? Конечно. Коллеги, я вижу, что для того, чтобы добавить огня в дискуссию, необходимо там сделать небольшое отступление. У нас идея против исполнения. Мне кажется, что тут появляется еще один параметр, который всегда остается за кадром. Это процедуры. Для того, чтобы сформулировать четкую, внятную, креативную идею, необходимо понимать бизнес-клиента, понимать конкурентную ситуацию, понимать потребителя. Соответственно, на шаг назад в нашей процедуре работы с клиентом существует такой этап, как стратегическая сессия, в рамках которой, пока из избушки не пойдет белый дым, пока не выберут папу, стратегическая сессия не заканчивается. Пока мы не сформулировали четко единое сообщение, которое понятно клиенту, которое понятно всем его отделам, от продажи до HR, и агентство, соответственно, получает четкую задачу, в рамках которой уже готовит креативную идею. Креативная идея облекается в некий прототип. В рамках прототипа мы приходим к совершенно четкому пониманию маршрута движения пользователя. Целевая аудитория номер один, маршрут номер один, целевая аудитория номер N, маршрут номер N. Как только у нас согласован прототип, мы можем переходить к визуальной части и использованию и подбору контента. В данном случае контент мы понимаем чуть шире, чем картинка, чем текст, это видео. Хотелось бы, чтобы был запах и какая-то вот тактильная составляющая. Но думаю, это будет в ближайшем будущем. И есть еще такая допроектный запуск и тестирование продукта пилотное в закрытом режиме. Он позволяет повысить шансы на вирусность или на успех того или иного решения. Мне кажется, что вот такая процедура, которую я писал, стратегическая сессия, прототипирование, разработка факторов успеха решения, креативная идея, собственно, закрытый этап разработки и тестирование решения до запуска позволяет повысить результирующую как таковую. Хотя могут быть и изменения в маршрутном листе, потому что мы все понимаем, полный цикл не всегда доступен в условиях жестких ограничений времени, ресурсов, денег, людей и так далее. Вот, замечательно. Да, есть еще один такой важный момент. Я очень люблю рассказывать его студентам на различных курсах. Зачастую рекламодатели, агентства, или, я не знаю, кто, не всегда понимают цель своего рекламного вообще носителя и его возможности. Так, например, меня очень сильно удивляют, когда появляется QR-код на рекламе в метро, да, где мы, в принципе, не можем понять, как загрузить то или иное приложение. Либо же мобильная реклама различных мобильных сервисов на сайтах, которые, в принципе, не грузятся с этого самого мобильного. То есть вы не можете с помощью своего телефона загрузить тот либо иной сервис. В свою очередь, это говорит о том, что зачастую либо агентство, я не могу здесь говорить, все вину перекладывает на клиента, потому что это неправильно, либо агентство, либо клиент зачастую не пользуются собственным продуктом, собственным решением и не проходит весь путь от момента запуска до момента уже использования своего собственного продукта. В свою очередь, это появляется цепная реакция, которая подтверждает то, что агентство не понимает задачи, клиент недоволен и уже не хочет использовать этот инструмент, например, да, QR-коды, либо мобильные версии сайтов. Соответственно, мы возвращаемся к тому, что зачастую перед выбором какого-нибудь нового носителя или же новой технологии клиент всегда говорит: мы уже пробовали, не пошло, давайте баннерку. Вот. Все, в общем-то, валится на баннерку, эффективность не очень,
Потом мы, клиент смотрит каннские кейсы, говорит, ну вот же, они же могут. Вот. Ну и мы возвращаемся обратно на цепочку недоверия и так далее. Во время всей своей как бы, карьеры, я сейчас закончу мысль, очень важная мысль, которую я всегда стараюсь донести, во время всей своей рабочей процедуры, всегда в начале работы с новым клиентом я говорю одну вещь, что для клиента агентство не является его наемным работником. Это не раб, это не какой-то, не знаю, холоп, который должен что-то делать. Это некий партнер на определенном жизненном этапе. И именно если относиться по-партнерски к своему агентству, то получается система взаимовыгодная система сотрудничества. Почему? Потому что, с одной стороны, на одной чаше весов мы говорим о том, что агентство заинтересовано сделать хороший продукт, потому что для него это важно. Это портфолио, это баллы, это рейтинги, это большие косты и так далее. С другой стороны, агентству, клиент должен говорить все как есть, без утаек, и тогда получится не только хороший, но и эффективный продукт. И в режиме полного доверия вот эта работа складывается лучше всего. Здесь, в этом зале, есть клиенты, с которыми мы работаем уже в режиме полного доверия. Они утверждают макеты практически сразу, потому что они говорят, да, ну, может быть, нам не нравится, но если вы считаете так лучше, давайте так оставим, как есть. Спасибо, Юра. Мне вот в этой связи я хотел вернуться к технологической карте проекта и напомнить, что есть такой этап закручивания гаек. Вот это вот странный термин, взят из автомобильной терминологии. Ну, как многие знают, сталкивались с такой ситуацией, покупаешь автомобиль, через 1000 километров нужно заехать на станцию и проверить все узлы, агрегаты, как они работают, не разболтались ли там, все ли хорошо, не барахли. Соответственно, в вебе есть такой этап закручивания гаек, когда где-то слетела верстка, где-то под какую-то операционную систему некорректно отображается баня, где-то контент не вылезан или не соответствует задачам проекта. Вот этот этап, он самый сложный, потому что уже, в принципе, к окончанию разработки есть такой термин «усталость металла» появляется, как у разработчика, так и у клиента. Но мне кажется, что здесь должно открываться второе дыхание, потому что от качества конечного продукта зависит и результат коммуникации проекта с вашей целевой аудиторией, с вашими клиентами. Дыхание должно открываться, но, как правило, оно не открывается. У тебя все? Да, у нас все. Хорошо, тогда заключительный блок, хотя мы по большому счету и так об этом все время говорим, но теперь слово Ане Николаевой из агентства ITCG и ее клиенту Александру Жиляеву. Ну, собственно, здесь я хотела просто продолжить мысль Юрия о том, что клиент должен доверять агентству и должны быть именно партнерские взаимоотношения. Собственно, что мы хотели рассказать? Мы хотели рассказать о критериях оценки эффективности работы агентства. Дело в том, что в этом случае очень важно, это и, собственно говоря, и диджитал-коалиция рекомендует, и рекламная коалиция, это, в принципе, все какие-то, ну, принципы обычного здорового глузда, что называется, договориться обо всех тех результатах, которые вы собираетесь измерять агентство, что называется, на берегу, то есть до того, как вы будете покупать эту рекламную кампанию или делать. Зачастую мы получаем бриф, на котором стоят маркетинговые цели. Увеличить знания марки, увеличить узнаваемость, увеличить что-то еще. При этом клиент не дает нам информации о том, что идет ли какая-то рекламная кампания, кроме диджитал-кампании. Не всегда эта кампания полностью соответствует тому, что в диджитал. То есть поэтому в брифе то, что написано, особенно в случаях, вот как сейчас говорят, стрессовой экономики, абсолютно нереально. И потом, когда проходит кампания, очень сложно доказать, что все было именно так, как договаривались и так, как мы говорили. Что мы в данном случае предлагаем? Маркетинговым показателям, в принципе, диджитал, наверное, не очень рекомендуют привязываться. Опять же, если это маленький клиент, то, собственно говоря, для него, наверное, непосильно и неподъемно делать трекинг до компании и после компании, для того, чтобы понимать, как изменилось его знание марки, лояльность и все остальное. Для большой компании
Но на моей практике пока есть только несколько клиентов, можно на пальцах пересчитать, которые могут себе позволить сделать компанию только в диджитал и сделать срез по знанию и лояльности именно в диджитал. Как правило, компания идет 360 градусов, и какой из инструментов повлиял на эти показатели, ну, очень трудно распределить. Соответственно, мы привязываемся только к коммуникационным показателям. Здесь опять упираемся в баннер, там, в рекламу. Все великолепно. Там все понятно. Есть количество показов, есть количество переходов. Потом мы начинаем смотреть, принесли ли эти переходы какой-то эффект. Непонятно. Начинаем смотреть время проведения на сайте, там, количество просмотренных страниц, показатель отказов. Виновата ли в этом баннерная реклама, виновата ли в этом неправильный купленный трафик, виноват ли в этом креатив, если работает три агентства, тоже... Очень тяжело, очень долго с фонарями ищут виноватых. Поэтому все это необходимо проговорить на берегу до того, как запускать компанию. Зафиксировать цифры, исследовать их. Постоянный еженедельный трекинг. И обязательно смотрите и доверяйте агентству. Если оно говорит, что в данной ситуации мы проанализировали ваш сайт, и показатель отказов будет 90%, потому что он флешевый, и там ничего нет, ну, значит, этот показатель нельзя фиксировать как показатель эффективности, значит, надо разговаривать. Значит, надо договариваться и понимать, что же именно вам надо. Вот мы, собственно говоря, привели одного из наших вот, очень уважаемых клиентов, с которым мы предлагаем в условиях стрессовой экономики работать, как всем клиентам хочется, возможно, не у всех получается, на основе CPA-модели, то есть когда идет оплата за действие. Как это работает, как это получается, вот пусть он расскажет сам. Здравствуйте. Ну, я хотел бы еще вот немножечко добавить к тому, что было сказано. На самом деле, мне бы не хотелось, чтобы вы представили себе клиента в виде какого-то зомби, который там хочет сделать, чтобы агентство было там плохо или агентство не получило свои награды. Нет. На самом деле, успех ну, действительно лежит в одном. В командной работе, когда и агентство, и клиент заинтересованы сделать кейс, да, заинтересованы решить задачу максимально эффективно. Я также хочу, кстати, напомнить немножко агентствам, что все-таки, если агентства борются за награды, за клиентов, то клиент сегодня и сейчас борется за элементарное существование. Да, что очень важно сейчас понимать, что все-таки на маркетологах, на работниках отдела маркетинга лежит ответственность за рабочие места, за зарплаты не одного, двух, трех, а иногда даже тысяч, нескольких тысяч человек. Вот. И, безусловно, на мой взгляд, я думаю, что все согласятся с этим, что клиент и агентство вместе должны быть заинтересованы решить ту или иную задачу минимальным ресурсом и получить максимальную эффективность от этого. Мы, вот, там, да, что касается оплаты по CPA, да, действительно, у нас есть, мы работаем с компанией DCG, да, по направлению размещения прайсовых строк на прайс-агрегаторах. И действительно мы платим ну, за месяц, как бы, конечно же, мы планируем месячную, ну, примерно месячный бюджет, за который нельзя, естественно, выходить, там, за рамки которого нельзя выходить. Да, затем, конечно же, мы ставим целью там, три показателя. Это привлеченный трафик с данного канала, это оборот, привлеченный с данного канала, и это... стоимость одной транзакции, да, и сколько эта стоимость составляет в среднем чеке покупателя с этого канала. Конечно же, у нас есть человек-менеджер, который закреплен за данным каналом коммуникации, он работает ежедневно смотрит, чтобы все было в порядке. На стороне агентства есть аккаунт-менеджер, который работает практически, они как муж и жена работают как семейный такой подряд, да, ежедневно созваниваясь, контролируя ситуацию. Еженедельно проводятся, ну, еженедельные отчеты крупные, да, с привлечением уже там руководителей. И раз в три месяца проводятся стратегические встречи, когда планируются, когда просматриваются результаты предыдущих трех месяцев,
и планируется работа на 3 месяца вперед. Ну, на мой взгляд, это успешная модель, да, вот мы до работы с компанией мы этим каналом занимались самостоятельно, и вот после начала сотрудничества мы сильно там увеличили обороты в разы несколько раз и достигли такого показателя CPA, который устраивает нас как ну, которые людей, которые работают в этом бизнесе, да, когда мы понимаем, что это действительно эффективно. Ну вот, в общем-то, наверное, все, что я хотел сказать, и я просто хочу вам еще донести, что действительно вот та правда, да, она где-то посередине всегда находится между клиентом и агентством. Клиент действительно не всегда бывает прав, но мы хотели просто сказать, что ну, даже нам, опять же, запуская данную компанию, мы можем только поблагодарить клиента, который готов с нами идти на сотрудничество, который ничего не прячет, который четко рассказывает цифры, четко рассказывает задачи. И получается, мы можем четко в течение там, дня, трех, недели увидеть наши ошибки. Если что-то идет не так, мы все осознаем, что это идет не так. И это не повод для разрыва контракта, а это повод для пересмотра стратегии или это повод для пересмотра каких-то наших действий, там, креатива, сообщений или направлений. Но здесь надо понимать, что интернет меняется каждый день. За этими изменениями просто надо следить, и следить надо в паре. Я еще хочу добавить, что принцип, здесь очень важен принцип максимальной открытости и постоянный принцип обратной связи. Агентство действительно должно понимать, делает они правильно или неправильно, и воспринимать эту информацию. Спасибо, коллеги. Максимов вопрос. Леша, спасибо за интересный доклад. Хотел бы уточнить, понятно, что до декабря, наверное, месяца, стратегические встречи с руководством были релевантной ситуации раз в квартал. Сейчас вы не ускоряете свои бизнес-процессы, не ввели коррекцию на текущую ситуацию в стране? Ну, решается это все операционно. Естественно, что там ситуация меняется каждый день. И сейчас даже проводить какие-то стратегические встречи там на 3, на полгода, на год, особо... Да, смысла нет. Еженедельно это так делается, еженедельно, да, в операционном режиме это смотрится, но действительно там какие-то мы должны все равно смотреть вперед немного, да, и понимать там, что доллар вроде как должен стабилизироваться и рассчитывать на какие-то, то есть делать какие-то гипотезы и согласно этим гипотезам строить какие-то стратегии, и операционно, оперативно их корректировать. Как в Крыму? Как у всех, как сказать, есть. Безусловно, там есть всплеск продаж, я думаю, что это там не секрет ни для кого. Но это очень ситуативно и это недолговечное преимущество. Точно. Хорошо. Спасибо коллегам. Возможно, у кого-то есть вопросы. Желание что-либо обсудить. Будем рады. Здравствуйте, у меня есть такой один вопрос. Скажите, пожалуйста, могли бы вы привести пример одного кейса успешного, который вы реализовали уже в 2014 году? И здесь бы хотелось бы услышать, возможно, коротко креатив, в чем состояла идея, да, этого кейса, и какие инструменты продвижения вы использовали. Спасибо. Тут кто-то из коллег хочет. Юра вчера, по-моему, запустил какой-то проект. Я вчера видел. Максим, у вас был реализован какой-то успешный проект? Спасибо за вопрос. Мы, отвечаю с листа, действительно, у нас такой ситуационный был проект, который был связан как раз с запуском из сетки страховой компании «Княжа» в Крыму. И, к сожалению, события, которые произошли в Украине, нанесли моральный и
финансовый, и прочий ущерб. Всем мы предложили клиенту сделать такой имиджевый проект, который посвящен был объединению Украины, и ежедневно, в зависимости от развития ситуации, выкладывали в соцсетях на аккаунте клиента и использовали контекст по продвижению этой идеи. И покрытие, бюджет компании был порядка $500 на неделю, 500-700, могу ошибаться, ну, до 1000. И увеличение числа, ну, скажем так, ядра аудитории в соцсети произошло где-то на уровне 300%. Ну вот подробности, если не сложно, я могу показать кейс, ну, в личном порядке, пожалуйста. Я могу дополнить, у нас был небольшой проект, который мы запускали в феврале. Это была небольшая игрушка для продукта Nescafe. И была абсолютно очень неожиданная реакция, потому что, ну, к сожалению, нам пришлось, мы очень долго откладывали, нам пришлось запустить проект в 19-18 февраля, если вы помните, время было смутное. И был очень интересный эффект, потому что у игрушки был огромный абсолютно трафик. Мы очень долго не могли понять, почему. Оказалось, что из-за огромного вала негатива в Фейсбуке, потому что постоянно какие-то плохие новости, кто-то кого-то расстрелял, куча видео, трупы и так далее. На этом фоне, ну, так получилось, ну, к сожалению, мы не специально. Попадалась наша реклама, и люди уходили от вот этой реальности, они уходили в игрушку и там убивали какое-то количество времени, потом, к сожалению, возвращались. Но, тем не менее, для нас это был абсолютно необычный и, как ни странно, эффективный кейс запуска рекламной кампании в очень смутное время. Ну, вот можно так это рассматривать. Я надеюсь, мы ответили на вопрос. Еще вопросы, можете не стесняться, потому что все, да. Мы быстро заканчиваем. Жень, буквально два слова. Сейчас вот я хотел бы, чтобы Аня сообщила данные по изменению структуры аудитории в интернете, изменение трафика и рекламодателей в диджитал-инструменты. Ну и как бы подведем итоги, да. Ну, это не то чтобы изменение структуры, мы просто вот как раз делились с коллегами, возможно, вам будет интересно узнать. То есть мы сейчас увидели, что прирост аудитории на самом деле в интернете есть, несмотря на все стрессовые обстоятельства, он не в два раза, и он не 15, не 30%, как предполагали, а он находится где-то на уровне 10%, но прирост аудитории есть, то есть количество интернет-пользователей растет. Также, кроме этого, мы пронаблюдали, что изменилось так называемое... срез интересов пользователей. Ну, то есть мы совершенно недавно для одного из наших клиентов делали срез по аудитории 18-24, как все знают, самая интересная аудитория для интернета, и мы обнаружили следующие детали, что 18-24 полностью упал у нас сегмент, то, что называлось entertainment и lifestyle, то есть на данном этапе ни развлечения, ни ночная жизнь как-то не интересует даже эту аудиторию, а идет переключение в сторону новостных порталов, причем рост там идет до 40%, и идет в сторону именно онлайн-ТВ. Причем онлайн-ТВ выросло за счет двух каналов, это 5-го канала и Эспрессо-ТВ. Там рост до 20%. Сначала нам показалось, что так реагирует только молодежь, и мы, ну, посмотрели, после чего мы сделали срез на 18-45 и осознали, что в принципе эта тенденция абсолютно четко показывается для всех аудиторий. Мы заметили падение смотрения и автопорталов, и порталов финансы и порталов бизнеса, и на этом фоне растут только сервисы, на этом фоне растут социальные сети, новости и онлайн-ТВ. Что тоже было интересно из наших наблюдений, IT-порталы, которые интересны, они остались без изменений, то есть IT-сектор интересен абсолютно одинаково при любой погоде и при любых ситуациях. Ну вот так. Спасибо, Аня, спасибо организаторам, спасибо вам за внимание. На этом круглый стол комитета Digital Agents Украины можно считать закрытым. Да? До новых встреч!